Вітає програма «Новин регіону» у студії Кристина Каранкевич. І на початку коротко про некоторые матеріали випуска. Діловые и сябровские зносини. Як притягнуть и чим зацікавить заміжних туристов у Могилевской области. Вести и здоровый лад життя модно. Акробатичные труки на перекладинах у часі воркаут тур МОЦ Беларуси у Могилеве. Шлюбный бум чекаем наступным жнивнем. Якая дата самая популярная сярод могилевчан? Завершился аукцион на поставку нового аппарата МРТ у Могилевскую городскую больницу. Это будет сучасный скрининговый томограф, який наибольш подыходит для оказания менавіта хуткой допомоги. Нагадаем, при больнице в 2015 году открыли уникальное для Беларуси отделение экстренной допомоги. Потреба у диагностичного обсталевания у Могилевской городской больницы круглосуточная. Отделение экстренной допомоги обязывает, тому и нагрузка на аппараты выше, чем у стационарах. Например, у среднем по республике на компьютерном томографе выполняется 7 тысяч обследований за год. У городской больницы у отделения экстренной допомоги уже зафиксировано 21 500 обследований. Буквально 3 месяца назад вышел из строя, окончательно не подлежит ремонту ввиду технического и физического износа магнитно-резонансный томограф. Было оперативно принято решение по выбору поставщиков нового медицинского оборудования. Наших пациентов, остро нуждающихся в магнитно-резонансной томографии, сейчас возят к определенному времени в Могилевскую областную больницу. Кошт нового МРТ – маль миллион долларов. Шакается, что обсталевание поставить у первом квартале 2018 года, а у другим почнусь на им працавать. Увогуле планы на модернизацию у больницы великие. Некоторые корпусы – медустановы, побудованные еще у середине 19-го стагодия. Приоритете у вас что будет? Роддом. Роддом – это единственный приоритет, который должен быть закончен обязательно. Основные поставки обсталевания у лечебную установу были у 2007-м, когда у Беларуси началась новая медицинская программа по модернизации. С того часу и санитарные нормы, и правила поменялись. Необходные сродки. Например, дякуючи спонсорам, у больницу закупили литотриптер-аппарат для дробления камянёв. За кошт сродка управления капитальным будовництвом Могилёва дромонтовали 2 палаты у терапевтичным отделении. Хотелось бы, конечно, чтобы это... Тенденция продолжалась, и находились предприятия, которые бы сами изъявляли желание создать вот такой уют, в том числе и для своих работников. Как поведомили у облвыканкаме, актуальным застается и питание про узведение у городской больницы нового шматповерхового корпуса. Катерина Городницкая, Александр Тарасов, новины региона. Два факта порушения закона об корыстании природными ресурсами выявили инспекторы. У самовольной сдобычи пяску лишили одно из могилевских будовничих предприемств и двух жихаров Могилева. За порушение закона и те, и иншие уже притягнуты до административной отказности. Подробности в материале наших журналистов. Здобывали пясок у промысловых масштабах для себе и на продаж. Один из могилевских будтрестов обвинователи у незаконной сдобычи корыстных выкопнев. Инспекторы высветлили, згодно договора будовники могли корыстаться землей до конца года. Вот только термины договора на сдобычу пяску у предприятия скончились больше за полгода тому. Администрация будтреста ведала, что порушает закон. В настоящее время по данному факту в отношении двух руководителей должностных лиц подготовлены дела об административном правонарушении, они привлечены к административной ответственности, к крупному штрафу, а также юридическое лицо. Кроме того, было приостановлено право пользования недрами и рекомендовано произвести рекультивацию нарушенных земель. Еще двух жихаров Могилева, которые жадали заработать на продаже пяску, инспекторы затримали на территории карьера одного сельгаспредприемства. Первоначально они пояснили, что данный песок собираются использовать для личных целей, однако в последующем уже при осмотре их транспортного средства было обнаружено оборудование, которое используется для проведения строительных работ. И уже в последующем, по окончанию подготовки дела об административном правонарушении, они пояснили, что работает на индивидуального предпринимателя, и данный песок используют при установке надгробных плит, могил и оград. Инспекторы склали административный протокол на копателей, а индивидуальному предпринимальнику, на якого и они працевали, спынили деятельность лицензии. Наталья Ильинич, Миколай Соболев, новины региона.
Туристы, которые наведали Могилевскую область за сёлетние 10 месяцев, заплатили за разные послуги больше за 3 миллиона долларов. Такие известки управления спорту и туризму Могилевского облвыконкама. Регион, поводле статистики, летось наведали каля 8 тысяч туристов. Сёлетняя личба жакается будет не меньше. Например, только туристический комплекс «Миколаевские сажалки», что у Круглянском районе, принял больше за десяток тысяч гостей, которые приезжали до нас по разных справах. Переважная большинство их из России. Серед краин далекого замежа частей у Могилевскую область приезжают из Германии, Израилю и Италии. Те долучится до этого спису Япония, покажет час. Але недавно у регионе побывал японская делегация с мэтой наладить сябровские зносины и за одним разом туристичные сувязи. С этой нагоды интервью телерадиокомпании «Могилев» директор державного предприемства «Могилев Аблтурист» Алена Карпенко рассказала, как притягнуть у наш регион и чем затекавить замежных туристов, принамсі японских. У вогуле сёлета «Могилев Аблтурист» принял больше за 300 замежных туристов. Это немного, но это огромный труд, чтобы принять и обслужить такое количество туристов. Чем можно заинтересовать японцев? Практически всем, что есть у нас, этого нет у них. Чего? У них нет наших просторов, у них нет наших овощей и фруктов в таком количестве и по такой цене, как у нас. Нашими яблоками их можно заинтересовать, нашей картошкой, нашими драниками. Японцы очень любят вкусно покушать, много покушать, так как и мы. Угу. И все, что касается еды, в первую очередь они задают вопрос, что у вас можно покушать. Прекрасно. Вот когда рассказываешь, им становится это очень интересно, они очень любят. То есть шансы привлечь японцев у нас есть? Да, огромные. Интервью Алены Карпенко глядите о информационно-аналитичной программе «Днями». Советской милиции 100 год значную дату правоохранники не отзначают масштабно. 10 листопада вартовые правопорядку отдают данину поваги своим ветеранам. Тем, кто починал, а потом протягивал нелегкую милицейскую справу. Урочистые мероприятия начались с укладывания кветок до памятного знака милиционерам, которые загинули при выполнении своего службового обовязку. Гвоздики до подножья клали керовники милиции в области и ветераны службы. А далее был офицерский сход. На им нагрудные знаки, медали и подяки отримали как милиционеры, которые зараз служат, так и те, что имеют приставку у отставцы. Ветераны внутренних справ. Бо, как кажут сами правоохранники, былых милиционеров не бывает. Тот, кто работал в милиции, ну, остался с милицией на всю жизнь. Для сотрудников милиции, которые честно прослужили, так сказать, это действительно вся жизнь милиции. Это не работа, не хобби, это просто вся жизнь. И у протяг темы про тех, кто у юному зросте робит серьезный выбор – служить родиме. Житё айчине гонор никому – под таким девизом означает 15 год дня заснования Могилевское областное кадетское училище. Те, кто с дятинства вырашил надеть кители служить родиме, и те, кто выховывает будущую военную элиту краины, собрались разом на урочистости с нагоды юбилею. 15 год тому эта школа примала на учебу только детей-сирот и тех, кто остался без нагляда батьков. С часом установа изменила статус на училище и поширила коло абитуриентов. Теперь сюда могут поступать все, кто ожидает связать свой лёс с военной справой. Я решил для себя, что это работа по мне. Мой папа был военным, дед, папин брат. И это сложилась династия. Я решил продолжить ее. Я хочу поступить в Институт пограничной службы, чтобы защищать свою родину на границе. 4 года хлопцы учатся по школьной программе, а еще выучают военную справу. Плюс узмоцненная физическая подрихтовка и, безумовно, все говорят про дух кадетского братерства. Ты начинаешь ценить по-другому и смотреть на мир как-то другими глазами. Понимаешь, что такое настоящая дружба. Не так, как в школе. Даже говорят, что ты вдали от своих родственников, родителей, но это восполняют те люди, которые рядом с тобой. Это те же друзья, товарищи, персонал, это учителя, командиры. Это очень престижно быть офицером, любить родину. Сейчас смотрят люди по-другому, обращают внимание. У нас конкурс на поступление довольно-таки высокий. Мы принимаем в 8 и в 10 классы. Вот я для примера скажу, что в 8 класс у нас в прошлом году был, ну, в этом учебном году был конкурс «2 человека на место». А в 10 класс
Более 7 человек на место. Могилевские кадеты – постоянные участники областных мероприятий и имеют добрые отношения с коллегами с Тулы. Представники этой установы так само приехали на юбилей. Мы дружим, как две семьи большие. Вот. И своими действиями доказываем, что наши дети достойны хорошего будущего и что безопасность как и вашей республики, как и нашей страны – это одно целое. Областное кадетское училище лечится элитной научальной установой для молодых людей. Теперь тут научается 150 человек. Кристина Кранкевич, Александр Артемьев, новини региона. Воркаут-тур МОЦ Беларуси отбылся в Могилеве. Акцию ладили по инициативе Молодежной Федерации этого виду спорту. Хлопцы из Минска крутили сонейка, подтягивались на одной руце и робили акробатичные труки. Але галовное – притягнуть, як мага больше молоди до занятков физической культуры и здорового ладу життя. Воркаут называют уличной гимнастикой. Для его потребно несколько перекладин и доброе надворье. Тому у листопаде все собираются под дах. Могилёв стал одним из 30 городов Беларуси, у які приехали турнікмены. Так у народе называют тех, кто демонструе свою акробатику на гимнастичных перекладинах. У середине года гэты спортивный накірунак набыл у Беларуси официальный статус. З'явилася федерация воркаут. И как долучить до здорового ладу життя еще больше людей, аматоры из Минску отправились у тур по Беларуси. Уже поступило порядка 200 заявлений. То есть они каждый день прибавляются. Мы ставим задачу набрать порядка 2000 человек в состав нашей федерации. Влад Кнышев из Могилева воркаутом занимается 2 года. Разом с сябрами демонструя видовищные труки. Просто ходил, подтягивался, потом стало скучно. Решил заниматься. Вот. За 2 лета научился вот все, ну, то, что вы видели. Но это мало то, что есть то, что имею. Организаторы запросили и школьников долучиться до подеи. Например, 20 разов подтягнуться, прокачать пресс. Сначала я испугался, а потом все пошло как по маслу. Кто умеет такие трюки делать, как ребята? Аматоры здорового ладу життя наведают еще несколько городов и проведут встречи. У середине листопаду у Минску отбудется республиканский фестиваль, на який уже запросили могилевских хлопцев. Андрей Шуляк, Александр Тарасов, новини региона. Вызначена самая популярная дата на шлюбы в Новом годе, и она не стала нечеканностью 18 жнивня 2018-го. У первый день бронирования места для важных подей у Могилевском ЗАГСе на эту дату разобрали, например, золотую залу. Самые популярные месяцы – жнивень и вересень. Менавито так далеко многие пары плануют свою будущую. У Могилевском ЗАГСе зарегистрировано шлюбов больше, чем летость. По выниках года специалисты меркуют про 2500 шлюбов. Правда, до плодовитых 2014 и 2015 годов далеко. Отбивается демографичная ситуация 90-х, коли резко снизилась нараджальность. Сёлета так само нараджается меньше детей. У Могилеве у гэтым годе народились покуль 2 тройнятов и 35 двойнятов. Похвалиться Могилев может своими долгожихарами, парами, что поруч, как говорится, прожили житё. Ежегодно мы порядка 40 пар юбилейных регистрируем. Из них золотых юбиляров, как правило, от 10 до 15 пар. Все лето у першиню, как отзначают специалисты ЗАГСа, могилевские пары не стояли перед зверыма у первый день бронирования. Многие записались и зарезервовали даты проз интернет. Правда, на подачу заяв будущих молодых чекают у реальном месте и часе. Наше законодательство не предусматривает подачу заявления на регистрацию заключения брака через посредников и не предусматривает дистанционной подачи такого заявления. То есть заявление подается письменно в присутствии обоих лиц, вступающих в брак. У снежні органы ЗАГС будут святкавать свое стагодзе. За гэты час шмат чаго змянілася. Напрыклад, сёлета вельмі популярная процедура аднаўлення бацькоўства и перамены імя. Катярына Гарадніцкая, Юрый Уласоў, новини региона. А на гэтым я с вами развітваюся. Дякую, что были с нами. До встречи в эфире.